И эх, ну куда? Да что за орешек такой, а? Как тебя и открыть не знаю. Ну чего смотришь? Не видишь? Не могу никак расколоть. Орешек такой крепкий попался. Давай другой попробуем. Эх, когда ж я тебе накормлю-то уже? Ой, ну вот, смотри, один расколола. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш, куда? А бабушке? Первый орешек бабушке, а сейчас тебе. Видишь какой? Кыш-кыш. Малышка, подожди меня здесь, пожалуйста, а я зайду в магазин, хорошо? Только никуда не уходи. Мы с тобой договорились? Да, хорошо, договорились. Я никуда не пойду, честно-честно. Ну вот и здорово. Я скоро. Эх! Еще один крепкий. Ну как же, хоть зубами вас грызи, а зубов-то нету у бабушки. Нет, придется так колоть. Ух! Ой, как-то и скучненько здесь. А что там все время стукает? Тук, 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 тук. Там, наверное, на улице на дереве сидит дятел. А я дятлов никогдашеньки не видела. Я так хочу на него посмотреть. Ой, а мама мне сказала никуда не уходить. Но я же только туда и обратно, и все. И сюда на место встану. Мама ничего не заметит. Опять, слышите? Тук, тук, это точно дятел. Себе червячков в дереве ищет. Эх, ой, укатился. Где ж ты, орешек мой? О, вот он. Ой, ну вот прямо где-то здесь. Вы слышали? Опять, тук, тук. Сейчас я его увижу. Где же он? Где? Ну где же он? Где мой орешек? Ой! Ой, а это еще кто? Здравствуй! Ой, здравствуй, бабушка! А вы тут случайно дятла на дереве не видели? Я хочу на него посмотреть. Дятла на дереве? Не видела. У меня вот тут орешек укатился. А малышка или малыш прикатился. Ой, как повезло бабушке. Ой, ты моя хорошая. Ну что ж, пойдем, пойдем. Ой, нет, я никуда с вами не пойду. Я пойду обратно к маме, раз вы дятла не видели, а я из магазина убежала. Мне обратно пора. Пока-пока, бабушка. Нет, 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 нет. От бабушки так просто еще никто не уходил. Не послушалась маму, убежала с магазина. Давай, давай. Пойдем теперь с бабушкой. Ты это, песенку знаешь? У-ла-ла, у-ла-ла, мама, я не слушала. У-ла-ла, у-ла-ла, меня бабуля скушала. Пойдем. Сколько вам родители говорят? Не уходите никуда. Они все бегают и бегают, бегают и бегают. А мне-то и хорошо, вы ж ко мне все прибегаете. Ой, молодцы, малыши. Вот так прям, как колобок. Катился, катился и докатился. Сказали, на окошке сиди. Так нет, пойду мир посмотрю, погляжу, вот. До лисы и нагляделся. Так что и ты тут сиди. Я пока орешек единорожечки раскалю, а потом тобой займусь. Бабушка, бабушка, а можно я к маме пойду? Я больше не буду от нее убегать. Давайте я помогу вам расколоть. А то смотрю, у вас ничегошеньки не получается. Я вам помогу, а вы меня отпустите. А я обещаю, что буду маму слушаться и никогда, никогда больше никуда не убегу. Ну, бабушка, ну, пожалуйста. Вон у вас единорожка как жалобно смотрит. Кушать хочет. Ну, что вы его мучаете? Давайте я вам помогу. А вы за это меня отпустите. Ну да, единорожка с утра у меня голодный. Ну, не получается у меня эти орехи колоть. Не знаю, ты такая интересненькая, новенькая какая-то. Ну ладно, давай тебя распакуем, а там подумаем, что с тобой делать. Отпускать ли тебе? Будешь ли ты маму слушаться? А то я вас знаю, я больше так не буду, я больше так не буду. И через день опять у меня. Ой, любопытные малыши, давай, распакую тебя, пойдем. Привет, друзья, девочки и мальчики, сегодня у нас вот такая вот капсула. Low Surprise Higher Goals. С очень интересными малышами. Make Our серия. Смотрите, здесь на замочке даже нарисован фен. Но обещают 15 сюрпризов. Ух ты, и куколку-малышку с волосами. Такой капсулы у нас еще не было, поэтому очень любопытно посмотреть, что же там внутри. Кто же нам попадет? И отпустит ли ее наша бабуля Грэнни? Мы открыли первый слой. Ух ты, здесь у нас что-то торчит. Это вот такая вот подсказочка. Стрелочка вверх, плюс такой вот бублик. Веревочка завязанная. Топ-кнот. Что бы это значило?
переводится как верхний узел или узел наверху. Может, у нее прическа? Такой моточек, узелочек вверху на голове. Такой пучок. Не знаю, посмотрим. Так, вот такие вот наклеечки еще у нас здесь есть. И откроем следующий слой. Посмотрим, что же там внутри. Что это за новые такие малыши? Так, здесь у нас инструкции и волшебная блестящая лупа. Так, 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 так. Не будем тянуть, а будем ее открывать. Хайерспрей. Ультрахолд. Интересненько. Давайте посмотрим. Здесь вот такая вот коллекция. Всего 10 малышей. Ух ты, смотрите, какая прикольная. Такие длиннющие огромные хвосты. Здорово. Давайте откроем. Ух ты, какая здесь штучка интересная. Посмотрим, кто же там внутри у нас. Что за куколка нам попалась? Так, как это открывается? Опа. Ух ты. Вот у нее, наверное, узелочек, смотрите. Здесь, наверху. И вот такие вот бордовые, красные волосы. Такая вот челочка. Здесь такая завитушечка. И резиновый костюмчик. Ну что, привет, куколка. Давай мы снимем твой костюм. У нее вот такой вот белый купальничек. А что если посмотреть, меняет ли она цвет в воде? Посмотрим. Итак, у нас есть стаканчик с ледяной водой. Давайте ее отпустим туда. О, смотрите, какой у нее появляется крутой купальничек. Ух ты, наша малышка меняет цвет в воде. Смотрите, оп, и купальничек исчезает. Давайте ее еще раз окунем. Оп, и купальничек появляется. Здорово. Ну что ж, а давайте посмотрим, какие же аксессуары и какой костюмчик есть у нашей куколки. Откроем первый пакетик. Ух ты, там у нас такие прикольные тапочки. Такие кроссовочки. Откроем следующий пакетик. Посмотрим, что же там внутри. А здесь у нас вот такой вот ободочек для нашей куколки. Следующий сюрприз. Ух ты, вот такой прикольный костюмчик. Юбочка и кофточка. Еще один сюрприз. А здесь у нас вот такие вот модные очки. Посмотрим, что у нас в этих бегудюшках. Ух ты, здесь у нас бутылочка. А вот в этой... Ой, расчесочка. Такая вот расчесочка голубая из бантика. Так, что-то должно быть еще под крышечкой, нет? Ага, еще один сюрприз. Ух ты, там... Ага, там у нас цепочка идет. Цепочка для нашей качельки. Вот она. Ну что ж, давайте оденем нашу куколку и отправим ее к нашей бабуле. Пусть договариваются. Ведь малышка тоже виновата. Маму нужно было слушаться. И тогда она бы не попала в руки нашей злой бабули. Смотрите, какая прикольная девочка у нас получилась. Но мы так и не знаем, как же ее зовут. Давайте посмотрим в коллекции. Смотрите, это у нас девочка Пинс. Это у нас популярная куколка, и она из атлетик-клуба. Здорово. Ну что, куколка, пойдем. Тебе нужно идти обратно к бабушке. Ну что, бабушка, будешь еще орешек? Я еще наколоть могу, мне не сложно. Ой, еще? Нет, все. Я больше не могу. Ну вот, видишь, наелась бабушка. А ты, единорожка, хочешь еще орешку? Я могу наколоть. Будешь? Ой, и единорожка тоже больше не хочет. Ну что, бабушка, может, я тогда домой пойду, к маме? Она мне, наверное, уже заискалась там. Волнуется, наверное, плачет. Можно? А то я могу еще тебе один орешек дать. Ну? Влезет еще один, ну маленький хотя бы. Давай, сделаю. Что? Еще один? Нет. Все, иди домой, малышка. Иди, а то лопну я сейчас от орехов твоих. Ой, даже идти тяжело. Полежу, отдохну, объелась. Спасибо, бабушка, что слово сдержала. Если я и с орешками помогу, она меня домой отпустит. Ну а я теперь буду маму слушаться, а то взяла из магазина и убежала. Я пойду на место встану. Может, она еще по магазину ходит. Она у меня любит покупки всякие делать. Может, еще и не заметила меня. Ну что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Дариналка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока! Пока-пока!